вроде, в общем, он там с акустиком. Козлик этот от меня выскочил. Похоже, что он. Да, вот он, красавец. Эх, в прошлом году были рога красивее, более симметрично. Так, ну что, хорошо, а? Ну, ветер он какой дует. Боковой, это вот козлик услышал меня. Там вот ворон меня уже ждет. Вот, кажется, я заметил того трофейного козлика, которого я снимал прошлый год и нынче весной. Перед этим я тут был, его не было. Раза четыре я тут проезжал, находил его. Он похож, но рога не такие красивые, как были в прошлом году. Попробую еще поближе подойти, или он ко мне пойдет. Только заметил, успел ворона в сторону увести. Один как-то вообще у него отросток, не пойми, в какую сторону смотрится. В прошлом году они были одинаковые. Заметил, меняю полянку открытую, перехожу. Чуть подшумел. Ветер практически от него. Хотя нет, правое ухо мне дует. Ну, боковой. Ну, в общем, направление мое он сейчас будет палить. Ну, попробую, насколько еще получится подойти. Я до леса. Дальше по лесу не знаю, как получится. Вон там.
Ему вообще пофигу. Все о себе на уме чесал. Метрах 40 прошел. Галочку мы поставили, что он сместился.